Я бы сказала так: недорог подарок, как дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы с учетом того, что если я хочу делать подарок, как бы я повторяю, да, я бы сделала его таким, чтобы было человеку приятно. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда это не человек не должен понимать. Я бы сказала так.